Здравствуйте, дорогие друзья! На YouTube огромное количество видеоматериалов по английскому языку, которые были созданы замечательными преподавателями английского языка. Ну вот я решил еще разместить и свои видеозанятия. Да. Но, в отличие от других видеоуроков, то, что я предлагаю, нечто другое. Я предлагаю вам еще и мощное средство для запоминания той видеоинформации, которую вы увидите и услышите. Я говорю сейчас об интервальных повторениях, которые идеальным образом воплощены в компьютерной программе Anki. Я обращаю ваше внимание на то, что эта программа бесплатная. Карточки к этой программе по всем моим видеозанятиям также бесплатные. Ссылку на них вы найдете в описании к этому видео. Поэтому я не только объясняю какие-то явления в английском языке, я еще и даю вам возможность все эти явления запомнить навсегда. Именно вот при помощи этих интервальных повторений, при помощи карточек для программы Anki. В этом видео я расскажу вам о том, какие фразы вам следует произносить в том случае, если вы совершили что-то нехорошее. Следующее видео расскажет о том, как вы можете объяснить свой проступок и какую компенсацию, возможно, вы можете предложить. А также вы научитесь понимать те фразы, которые вы услышите в ответ. Приятного просмотра и успешной работы с карточками для программы Anki. Эти карточки, ссылка на них находится в описании к этому видео, и также вы там же найдете ссылку на бесплатную программу Anki. Приятного просмотра и успешной работы. Всего вам хорошего. Мы по-разному извиняемся в разных ситуациях. В неформальной обстановке с друзьями или близкими знакомыми мы будем использовать фразы, которые я объединил стилем речи informal. Неформальный стиль. А в ситуации с малознакомыми или совершенно незнакомыми, естественно, будут звучать фразы нейтрального стиля речи – neutral. В официально-деловой обстановке, в деловых письмах лучше использовать выражение формального стиля – formal. Пожалуйста, повторяйте за мной в паузах. Сначала вы услышите фразу, которую я буду произносить медленно, каждое слово отдельно, чтобы вы лучше уяснили для себя звучание каждого слова, из которого состоит фраза. Затем я произнесу фразу слитно, так, как она должна звучать, с надлежащей интонацией и с тембром голоса, который предполагает, что вы искренне сожалеете о своем проступке. Наглядно звучание слова представлено транскрипцией. Если вы что-то не расслышали, вы всегда можете уточнить произношение по этой транскрипции. Mistake. Oh, my mistake. Bad. My bad. Oops, that was my fault. Oops, oh, that was my fault. I'm sorry. Oh, I'm sorry. I'm sorry I'm late. I'm sorry for. I'm sorry for forgetting your birthday. I'm sorry for forgetting your birthday. I apologize. I apologize for being late every day. I apologize for being late every day. I apologize for missing the meeting. I apologize for missing the meeting. I apologize for not being there. I apologize for not being there.
please accept my sincerest apologies. Please accept my sincerest apologies. Еще раз позволю себе напомнить. Эти несложные фразы вы запомните навсегда, если будете работать с ними в программе Anki. Программа бесплатная, ссылка на нее в описании к видео. Ссылка на бесплатную колоду карточек к этому видео также в описании. На следующем занятии мы узнаем, как можно оправдаться за свою неловкость, ошибку, как предложить компенсацию и что мы можем услышать в ответ. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Я буду признателен, если вы подпишетесь на мой канал. До следующей встречи. До свидания.